Адам, слуга, отзовитесь! Я здесь. Ты цел? Я же сказал, В норме. Отлично, тогда вставайте. Я хочу понять, где мы. Кажется, как раз в том отеле, куда направлялись. И как нам выбираться? Выход. Может, нам стоит еще раз поговорить с этими парнями? Мы же их спасать пришли. Не, это уже в прошлом. Эти ребята хотят не болтовни, а крови. Лука прав. Нам нужно выбраться и найти 33-й. Пока их не порвали в клочья. Значит, стреляем, потом говорим. Ясно. Найдем Конрада, он все объяснит. Слышали? Кто-то идет. Прячьтесь. Взрывчатка? Вы чем думаете? Они окопались. Делать было нечего. Вас могло засыпать, гидрени Феня. Где солдат? Тот, который с самолета. Внизу, сэр. Его охраняют? Постоянно. Так, пойду поздороваюсь. Агент Каставин, стойте. Что? Он же молчит, сэр. У меня заговори. Уокер, это американец. Я заметил. С какой стати местные его слушают? И почему он враг проклятых? Не знаю. Черт. Сам и спросишь. Они еще живы. Разберитесь с ними. Берегись, у него дробовик! Враг убит! Еще один? Thank you.
Твою мать! Теперь месяц песком плеваться. Не расслабляйтесь, еще далеко. Нам нельзя терять время. Каждая минута может...